И наступила суббота. В воздухе носился страшный дух праздника. Мать моя женщина, кого же батя тиранить будет? Я во всем сознаюсь. Тогда он расстреляет тебя на месте и отошлет назад бандеролью с диагнозом скоропостижной кончины от дизентерии. Лучше мы тебя по кустам пустим шуршать. Не нравится мне все это. При таких рамсах обычные свидетели валят. Давайте, может, я на ферму схожу, попробую еще одного порося взять. Бесполезно, эти не дадут. У них завхоз сыроед. Фюрер кличка, сам из Харькова.